Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем с вами смотреть D2CL, и у нас сегодня очень много игр, поэтому аж целых две правильных трансляции. Мы снова с Мортом на второй, и, соответственно, будем смотреть с вами X3 против HF. Здорово, Димон! Здорово, Димон! Ну, я не знаю, я, если честно, не видел HF вообще в деле ни разу, я на их матчи как-то не попадал. Что можешь о них сказать? Как тебе? Да, нормальные парни в целом. Смотрел только одну катку от них, по-моему. Может быть, две. Ну, в целом, X3, очевидно, здесь являются фаворитами. Хотя, на мой взгляд, HF способны, наверное, побороться и показать какую-то достойную игру. Хотя, ну, именно вот какой-то стопроцентной победы, конечно, я от них не жду. Что там у нас в инлайн, в принципе, надо сейчас узнать. Происходит по поводу того, с каким, да, вариантом у нас фавориты в качестве X3-х. Сейчас, секундочку. Пока еще нет, по-моему, ничего, да? Честно, вижу на параллельный матч. Ну да, там, кстати, на это нас Дим против 11 Monkeys идет коэффициент 1.9 на 1.8. И с коллапсом в составе. Да, опять. С коллапсом в составе играют Етаназа Тимы. И, на мой взгляд, это довольно интересная тема. Ну, то есть, коэффициент 1.9 звучит как что-то приятное. Они там вообще аутсайдерами, да, идут против обезьян. Это довольно забавно. Учитывая, что вчера с коллапсом в INT выиграли у Runeters 2-0. Ну, Runeters, будем честны, сейчас как-то не очень отыгрывают. Да, и как-то виден спад определенный от них. Ну, а что касается X3 против HF, посмотрим, какие КФ у нас предложат в инлайн попозже. Опять же, напоминаю то, что до 10 тысяч ребят вы можете залутать у нас по трансляции по баннерочку. Пока все по дефолту, да, погнав вместе с Эмбером, Марс вместе с Гримстроуком, HF пока поубирали троек очень много, ЦК, СК и Бистмастер. То же самое касается X3, они убрали двух хардвиков, еще Медузу сверху, которая, очевидно, является одним из самых сейчас популярных керри на районе. И стоит еще, наверное, сказать нашим зрителям, что X3 тоже сегодня с заменами играют. Причем сразу с двумя. Опа, минуту назад официальный анонс пришел. Что Рамзес возвращается? Да, что Рамзес coming back to Virtus.pro на позицию керри. Ну, что я могу надо сказать? Интересное решение. Для всех его хейтеров, я понимаю, что у него хейтеров примерно столько же, сколько фанатов. Вот в CS3 Джекс он играл хорошо, и он реально тащил, иногда в соло тащил. Ну, давай скажем так, был разный Рамзес в CS3 Джексах, я честно скажу. То есть я видел их игры, где он соло заливал. Вопрос именно в том, что вот именно последняя форма его, да, в рамках квалификации на мейджор, на мой взгляд, Рамзик тащил вот прям жестко, старался из всей силы, было видно, что он в дикой форме. Но вот до этого, там, на том же самом первом сезоне, например, где они во втором дивизионе играли, на мой взгляд, они выглядели, ну, крайне средненько, честно говоря, и форма Рамзеса оставляла желать лучшего. Ну, не знаю, надеюсь, что у команды все пойдет хорошо. И они поборются за какие-то слоты. Так вот, по поводу замен, скажу еще раз. СМН играет вместо Антохи, пятая позиция. И Мастери играет вместо Шаргарата, третья позиция. То есть керри, мидер и четверка на месте. Именно вокруг этих трех позиций зачастую игра X3 строится. То есть Энринг очень много выступает на таких не самых дефолтных героях. Вот они постоянно пробуют, они на чемпионате России, который выиграли, пикали интересных персонажей для него, в частности, Алхимик позиции 4. Так что Вильхиор, ну он такой, Федя может, короче, удивить. И по-прежнему, кстати, этот Алхимик доступен. Вообще не удивлюсь, если он в рамках этой серии для него снова появится. Да, да, вполне вероятно, снова они его пикнут и будут пытаться реализовывать. На четвертой позиции у него это получается хорошо. Против Шторма, правда, уже не очень, потому что Шторм нормально доджит его стан. Гримстроук Марс, ну окей, понятное дело, типа нормальная тема. И это будет Шамайч, то есть это просто контрпик Шторму. Теперь Шторм точно у нас будет собирать БКБ фест артефактом. Это не удивление теперь, но и Шамайч все равно будет напрягать, это и так прекрасно понятно. Ну и Марсу тоже будет не весело. Посмотрим, что сейчас на позицию тройки, скорее всего, возьмут себе X3, или они могут взять себе Safe Lane, потому что они точно уже знают, что будет стоять против Марса этот герой. Что же они выберут-то? Даже непонятно, какой пост реально пикать сейчас.
Я бы брал бы сейфлейнера определенно. Антимаг, кстати, есть, слушай. Антимаг-то есть, но как он линию стоит против Марса плюс да, один. Да, пофигу, как-нибудь проживем. Еще испугно. Вока, классический. Забайдили где-то на себя, на арену. Плюс потенциально некоторых там коров выключает. Но опять же, иллюзионисты всегда проблема для ВК. И иллюзионисты абсолютно все доступны сейчас. 10 remaining. Не ошибка и нагу пикнуть какую-то. Шамана нормально постоит. Брони много. И ПЛа могут вспомнить. Ну ладно, против ПЛа там Эмбер есть. Хотя бы Эмбер как-то иллюзионистов может частично закрывать. Надо саппорта, наверное, брать какого-то. Да, это Клокверк. Мешает Shadow Шаману в первую очередь. И здесь придется покупать команде форстав. То есть либо Пугна, либо Шаман. Наверное, чуть ли не первым большим слотом должны покупать себе форстав. Ходит бан Урса. Андерлорд с другой стороны. Ну, получается, надо какого-то рейнджевичка по логике вещей для HF-ов, если ты с клоком ставишь лайн. Потому что, скорее всего, клок 5. Ну, в смысле, клок сейф лайн. 10 seconds remaining. Подозреваю я. Ну, брали, да, Урсу. Не знаю, зачем, кстати. Настолько ли она была сильна здесь у HF-ов. Еще и Пугна, да, есть, который сколько-то от Урса защищает. Ну, из рейнджей кто остался? Дро я рейнджер, бы тролля, наверное, Луна, хотел, наверное. Кстати. Тролль может да, быть. Тут он неплох. Тут он сильный лейнер. С клоком они убивают, в принципе, на линии шамана плюс один. С другой стороны, вообще отодвигаться будем от того, что напикает X3, да? То есть они сейчас на last pick себе возьмут одну из троек. Тройки почти все забанены, выбор очень маленький. Судя по тому, что они убрали Урсу, это будет какой-то милишник. Явно какой-нибудь не вайпер, вот это вот все. А кого же тебе хочется сейчас взять? Ну, из тех, кого я знаю, из троек осталась только панда, по факту. Но она не очень хороша. У мастера сигнатурка бестмастер, одна из. Ну, БМч в бане. Я говорю, все тройки в бане, что еще осталось? Ликантроп, короче, остался из троек. Но ликантроп такое себе, против клока и Марса неприятно играть. Совершенно тебе не хочется просто ничего исполнять. ЦК в бане, что еще есть? У него, кстати, в профиле на Ликвипедии сигнатурка идет этот Air Spirit. Ну, видимо, он на четверке катал. Так, ну, надеюсь, что не лундрует, а то это снова Шаргарат Владимир. И будет больно. Бруда еще осталось из троек. Если чел играет, в принципе, здесь... Ну, нет, здесь плохой пиксель, кстати. Это риск, там ответка будет. Там Клок Шторм просто, вся проблема в этом. Так-то Бруда может ставить почти все лайны сейчас 50 на 50, если чел умеет магиот и саппорт адекватный, меняемый. Вот, Шамаич на самом деле не лучший сапик под Бруду. И это Панга... О, кстати, совсем забыл про Пангольера. Не знаю, как это получилось. Гримстроука пикают, Гримстроука плохо, конечно. Да. Зато он универсалыч, типа, он стоит почти в любые лайны. Сейчас придумает HF, что они хотят против этого взять. Хочется какого-то Найкса, по ощущениям. Может, МК какой-то? Вивер. Прикольно. Слушай, ну я бы не сказал, что есть у кого-то есть какое-то нереальное превосходство в драфтах. Я бы сказал, что я могу сказать то, что у нас Фир очень хорошая форма сейчас. И ВК здесь может, ну, не то что просолку устроить, да, но при помощи эмберспиритовского найти Нарвала, который второй является прям звездочкой этого состава, мне кажется, они вполне себе способны выиграть. Но у HF, не знаю, мне приятнее драфт снизу. Я бы им хотел играть, если бы я был бы если бы не Вивер, я бы тоже так сказал. Я вообще не котирую Вивера, на первой позиции. Да не знаю, я сколько не смотрю, он все проигрывает. Такой посредственный керри. Мне просто не очень нравится он здесь скорее, потому что контроля много. И очень много. Типа, да, ну то есть ты можешь просто оказаться в ситуации, где тебя дают хекс, и за один крит ВК вырубает, и ты ничего не можешь с этим сделать. При этом всем подсейва прямого нету, да, то есть есть прикольный контрпик Шамая Чеклок, который будет мешать, понятное дело, там держать в
связках, вот этом всем, но по ощущениям так-то все равно Вивер очень-очень своеобразный драфт. Хочется, ты знаешь, героя, который БКБ рано собирает или имеет встроенное, типа Джиггернаута или Найкса, вот, или рейнджевика типа Луны, который БКБ быстро себе фармит там третьим слотом, например, и быстро выходит в онлайн. Что такого плана? Ну, не взяли, так не взяли, чё, что сделаешь? Ну ладно, будем смотреть. Я напомню, что HF идут фаворитом в этой серии. По мнению Winline, 1.8. Был коэффициент последний раз, я видел, сейчас опять убрали с линии. Ну ловите, если что, в любом случае. И не забывайте про фрибет до 10 тысяч, баннер под трансляцией. Да, но что я могу точно сказать по вот этому драфту, это то, что, скорее всего, игра будет такой мощно забивной. Люди здесь будут не заниматься вот этим там жестким сплитом и всем остальным, а, скорее всего, будут махаться по кулдауну. Вот, и это да. Я здесь верю в то, что тоталы могут быть пробиты. Вот. Тут опять одна команда вообще не может заканчивать, да? HF, у них вообще нет пуша никакого. И подниматься на хайграунд будут долго. Подниматься на хайграунд к Эмберу, к Пангольеру, это всегда очень непросто. Слева хоть какой-то пуш есть в виде шамана и ВК с дезолятором, например. Угу. Ну а пока тут пацаны расходятся сейчас по линиям, напомню вам о том, что 11-12 июня состоится финал Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Смотрите трансляции, выигрывайте призы. Ссылка в чате под трансляцией. Вот такой вот у нас месседж для вас. Смотрим на размены рунами и вардами на миду. Ну, здесь красиво, кстати, стоит втроем. Да. Жесткий лайнап. Из-под клокерка очень тяжело уходить, если вот он на хайграунде стоит и тебя зацепил. Реально практически невозможно. Тут контроля очень много даже на троих. Что-то Winline Total не показывает нам на эту карту, только дает на вторую. Но отдельно на карту 1.34 против 2.7. Ну я серьезно, вот по драфту очень сложно что-либо сказать, то есть нет какого-то проигранного драфта и выигранного драфта, кроме вот Вивера, который нам с тобой не нравится, но я бы сказал, что он все равно здесь может поработать, если у тебя у всех остальных все будет хорошо. Да, если они спокойно все отставят свои лайны, ну и так далее. Нельзя забывать про то, что есть замены, соответственно, это может сказаться. Я не знаю, насколько Мастери лучше, чем Шаргарат. Честно скажу, мне вообще не понравился геймплей от Шаргарата на протяжении предыдущего матча от X3. Но как бы, опять же, ну, это может быть просто помутнение одного дня. На Сфир в форме в дикий, Нейти Нарвал тоже очень-очень хорош. Мне крайне нравится, как он исполнял котла. В одном из матчей, который он как раз там камбэкал очень-очень долго. Вот, но посмотрим, что от него будет на Эмбер Спирите. Опять же, против него, на самом деле, контроля довольно мало. Да, какого-то инстансного. Вот, поэтому Эмберу, мне кажется, здесь суперкомфортно должна играть Доту. Ну да, он БКБ купит вообще нечем останавливать. У команд на двоих, получается, из контроля сквозь БКБ хукшоп. Угу. Так, ну посмотрим, реально ли здесь вообще Панга как-то помешать на этом лайне. Наверное, Панга должен стоять на фрифарме. Из-под Клокверка он уходит, из-под Вивера он уходит. На Шамана можно попробовать надавить. Шаман персонаж не самый быстрый и не самый прочный. Он сам агрессивно играет, естественно, с таким количеством урона. Но если вдруг Клокверк найдет время и позицию, чтобы выйти как-то со спины, то, в принципе, Шамана можно ехать до конца. Снизу линия у HF очень мощная, Grimstroke Mars. Тоже агрессивная, можно даже пробовать убивать ВК. Все, я не уверен, на самом деле, мне кажется, Пугна здесь сильнее. Ну да, получилось. Но это сам ВК устроил, он мог бы этим не заниматься. Просто в чем идея, да, Пугны, она просто хорошо прожаривает себя. При этом сам Grimstroke сам по себе, как саппорт, очень слабый на линии. Вот, ну то есть он, конечно, может дать тебе прикольный инксвелл, все дела, типа подамажить, но на самом деле именно в вопросе размена регеном против любого другого саппорта среднестатистического он довольно слаб.
Так, Мэн должен добивать сейчас. Он очень быстро бегает на Пугне. Пугне вообще один из самых быстрых героев. Самых, наверное, самый быстрый. Не помню, сколько у котла, но 330 без сапога — это много. Да. И самый большой прирост интеллекта в игре. 5-2. У Пугне, соответственно, с каждым левелом там огромное количество урона добавляется. Пугне реально вот в плане Хараса по сопернику очень здорово работает. И дешевый бласт в этом левеле с хорошим уроном. Мастер тем временем очень серьезно приседает, и тут на топе, опять же, да, очень сложный лайн для Пангалера. Два героя, которые довольно много ДПС вносят с третьего левела, то есть там вторые Шикучи, когда появится, и Клокер, когда возьмет себе вторые батарейки. И Раста отлетает просто лицо, возможно, что отлетает лицо у Пангалера, если он ошибается по спилам, и что-то будет в КД. Короче, не супер приятная ситуация. Ну, пока человар не творится. Шторм. Шторм, судя по всему, ошибается. Это будет полоха. Где? А ведь это линия в пользу Шторма. Вот если равные игроки стоят, как правило, Шторм на этом лайне и по крипам должен побеждать. И, ну, и не умирать, наверное. Где-то агрессивнее действовать. А здесь, если ты погибаешь от Эмбер Спирита, то ты Эмберу просто шикарный старт даешь. Он потом будет двигаться по карте, его реально здесь не остановить будет. Ошибка. И шестой левел Эмбер просто раньше получится, чем Шторм, судя по всему. А, ну да, там уже пятый. Тут пятый еще не скоро. Угу. Но при этом всем топ-линия пока выигрывается Вивером немножечко. Никто не говорит, что прям салат, но ему никто не мешает. Это самое главное. Кроме того, он постоянно пробивает Маэстро. Чемастери. И вот на миде, да, мы понимаем, что Эмбер Спирита будет на левел больше, ну или на пол левела больше, соответственно, вот в эти тайминги Ники Кулу придется просто идти в лес, потому что иначе он просто не выживает, если он стоит против найти нарвала 6 левела, не имея сам своего ультимейта. Вот курицу потерял соку. На топе Шамаич. Шамаич, ну вот то, о чем я говорил, вторые батарейки на клоке. Это очень много. Да, шаман здесь не живет, если добирается до него клокер. Ну пока такие активные линии получаются. Опа, вот на миде, о чем я говорил как раз. Типа появляется шестой левел, ты не имеешь права стоять на линии, на шторме. Как только у Нэти Нарвала появляется шестой левел. И чел, я не знаю почему, но он остался на этом лайне. Получил себе просто три ремнанта в лицо и погиб. И ты такой, ну типа, алё. Ну, ты же понимаешь, что у него шестой, ты же точно это видишь. Странно, полтора конечно, уровня между ними. То есть даже пятого нет у Шторма, когда у Эмбера уже шестой. Вот он сейчас пойдет, ресурсы восстановит. Вернется на лайн и продолжит душить. Если сейчас любой ганк еще будет, он и в соло, в принципе, может, но если будет еще какой-то ганк от шамана условного, то Шторму можно игру сломать с самого начала. Так у него уже она сломана, очень серьезно. Да, типа он не сможет линию фармить в ближайшее время. А если к нему еще прийти, там вообще будет адовый ад, тем временем мастери. А от его таймингов зависит вся команда. То есть у тебя Вивер не начинает быстро играть доту вообще. У тебя, у Марса будет появляться БКБ, вот тогда он, господи, Блинкдаггер, он захочет уже в доту играть, а тебе нужно БКБ. Ты до БКБ в доту играть не можешь на шторме сейчас из-за этого драфта. И если мы говорим о не самом удачном старте, то в таком случае у тебя будет деактивирован Шторм Спирит. Хотя, кстати, вот если посмотреть по нетворсам, в целом у Ники Кула все замечательно. 2300 против 2600 на Эмбер Спирите, кроме этого у Эмбера проблема. Там тем временем Шамаича добили, который приходил сюда на мидл. Лухер в таверне, пытается руну забрать, и руну забирает себе Шторм Спирит. При этом всем это супер приятная руна, это Аркейн руна. И сейчас можно будет еще на развороте что-нибудь сделать грязное. Шторм с шестым левелом, попроще станет. Шаман летит в центре много людей сейчас было. Мастер вынужден улетать из-под Вивера. Ручки душат. Вивер на фрифарме, пока фармит вообще лучше всех. ВК, мы видим, несколько уступает. Вообще голый ВК. С фейзами. Кстати, для мастера это сигнатурка. У него Бангалер 24 левела. Соответственно, посмотрим, как он исполнится в качестве замены. Напомню. Именно он сейчас вместо Шаргарата выступает. Пугна тем временем у нас на боте остается в соло. ВК пошел долбить лес с фейзами.
Ну, я, честно говоря, не знаю. О, еще и по Z-Mask ему выпадает просто по кайфу. Ну, сейчас, скорее всего, вернется обратно на лайн, как только приедет каретка. Либо надо дефать. Пангич на топе пытается просто очень тихо и бесшумно воевать, потому что выживаемость у него довольно низкая, если прилетит клокер, то будет очень-очень неприятно. Ну и пока у Вивера, кстати, топ на Творс. Last Pick Вивер, получается, пока на линии работает точно. На линии он, в принципе, не слабый герой, да? Ренджевик, все равно он играет с позиции силы. Что вы, Шукучи есть. Там еще Шаман не крут был на лайне. Так, если, конечно, Штормфраг получится, по всему. Да, первый фраг для него, а там ловят параллельно Маэстро. Он на хосте. Хосты. Уходит. Нейтрал Крипи его добивает. Повезло. Да, обидно, но Нервал потратил сейчас ресурсы, соответственно. И мы видим то, что Шторм уже начинает набирать обороты вместе с Вивером, они перефармивают своего оппонента. И это хорошие новости для шефов, да, потому что в тот момент, когда Марс захочет сыграть доту, у него будут тиммейты, ему будет с кем катать. Там, правда, ну как бы, в ответ много чего может появиться, но все же. Ну а пик силы у X3-х, это, понятное дело, дезолятор на Сфере, когда он появится после армлета там или после армлета блинка, вот тогда с дезолем мы идем на Рошана, контролим карту, ну и вы знаете, что дальше по программе. К этому моменту, правда, HF уже будет довольно сильными, скорее всего. Сейчас важный момент. Нашли стаки, там ВК пробегал мимо стаков, который фармил Шторм. И вопрос, пойдут ли они? Должны, по идее, да, идти. Да, смог дается. Но, по-моему... Не успевают, да? Не успевают. Ну, там лоу хп, не кикул. Там лоу хп, там можно влететь. Можно влететь просто на ремнон так вперед. Ну, это связки, конечно, против одного гримстрока, это мало. Мало, Шторм получил свои бабки, это самое главное. Киллинг спри, конечно, он эти нарвало. 3 килла имеется. Но, учитывая, мы не забываем то, что у Мастери просто дичайшие проблемы здесь выживаемости на топе. Его убивают, он нажал ТП. Зачем он нажал ТП? Что происходит, чел? Ты же знал, что тебя убьет. Если тебя убьет, то ты еще и вернуться на линию вовремя не сможешь. Соответственно, потеряешь нереальное количество голды и всего остального. Самое главное, экспы. Шторм по экспе, кстати, догнал за счет этих стаков Эмбера. Не знаю, Эмбера огромное количество людей выходит. У него не осталось маны совсем. Сайленс. Прям под вышку лезут за Эмбером и убьют. Хорош фраг, ответить ничем не получится, скорее всего. Что-то я не ощущаю пока Вилхиора. Он просто отсутствует на карте. То есть он вроде бегает на своем шамайче, да? Топ-лайн он уже отдал, а из-за этого страдает его кот. Сам он по себе никуда не приходит. В смысле, он приходит, но не успевает помочь. И, честно говоря, в руках у HF-ов уже игра находится практически, ну, типа, очень-очень серьезный перевес, да, то есть 3К это одно дело, второе дело у них инициатива сейчас в руках, они убили чувака со стриком. И мы видим, кстати, то, что теперь на X3 2.6 коэффициент, дорогие друзья, против 1.29 на винлайн, то есть полностью переобулся винлайн, вы тоже можете переобуться до 10 тысяч фрибетов по трансляции, вот, имеется баннерочек, можете использовать. Хекс тем временем влетает на Марса, но Марса очень сложно пробивать, он довольно толстый. Насколько же игра у Марса лучше складывается, чем у Панга. Панга просто уничтожили на линии. Панга голый. Они вот собрали Орбов Корожен и Панга. И, по-моему, Эмбер покупал себе, да. 2 РБ. Прикольно играют. Ну, 2 РБ это не так уж страшно, на самом-то деле. Ну, типа, это не 2 дизолятора. Вчера катка была, короче, по пути, где чуваки собрали 2 дизоля. Я просто орал с них максимально. Так, снизу все-таки Марса пытается через Варды Шамана убить. Не хватило, были стики. Варды стоят, сколько-то пробьют вышку. Там сейчас еще пачка крипов подойдет, и возможно даже тавр получится спушить. Диспир также вызывает работяг. Глиф прожимается, никто пока на низ не бежит помогать. Да, и варды урона от вышки не получают, надо добирать обязательно тавр. Это очень удобно, когда вы снизу сносите вышку, таким образом не позволяете свой лес врагу занять рано. Чисто бывает.
Ну, типа, да, не очень комфортно в отсутствии этой вышки. Но она, по факту, одна из самых пока бесполезных, да, наверное, потом она будет полезна. Тем временем у нас заход под... Отвечаем, точнее, под хосту, забрали чужие стаки. Но это грязь. Тотальная грязь, конечно. Пацаны просто забирают свои стаки, забирают чужие стаки, забирают пугну. Эмбер на контратаке, неплохо могло бы получиться. Не да, не добил шторма, там нужен был не Хекс, а Шейклусы. Но у Хекса немного больше ренжа, поэтому использовали именно Хекс. Шторма все равно добить не получилось, тут Вивер приходит, начинает издевать ВК, и первую жизнь из него способен выйти сейчас, да, и просто уходит. Да, 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 не успевает везде Шамаич. Пытается, не получается. Блиндагер в то время появляется у Марса. Напомню, что это все было без него сейчас, вся эта драка. То есть вступал в сражение Пангольер. Вот сейчас, по-моему, это ошибка, это критическая. На сфир без ультимейта идет пушить мидл. Зная то, что у Марса может появиться в ближайшее время Блиндагер, понимая прекрасно это. Там же просто одно ТП, и ты досвидули в таверну, поэтому он сфир правильно все делает. Да, да, надо просто свалить, и он это делает, он все грамотно мутит. Это не может не радовать, но ждем. Реализацию под смоками Блинк, да, Герра, вот классно, круто. Эмбер Спирит, который так здорово спортовал, уже проигрывает даже шторму по экономике, проигрывает целую тысячу. Да, тут все всем проигрывают, 3000 HP, они просто доминируют в данный момент, все очень легко от них. У них пики силы, причем сейчас стакаются очень грамотно. А, у шторма скоро БКБ, и пик ты еще с ним сделаешь, короче, по факту это уже... Это проигранная игра, короче, можно спокойно ГГ писать. Не, на полном серьезе, невозможно это выиграть. Так, шаман пойдет на перехват Марса. Фанга катится. Надо в первую очередь Марса. И вот он для чего Клоферсу нужен. Он, кстати, подспугно, ведь тоже хорошо работает. То есть мейт сбивает. Ну, мастер красава, что закатился ровно в то место, где можно очень жестко кататься, да. И за счет текстур выиграл эту драку для своей команды. Ну, хотя бы какие-то потенциалы, да, для камбэка они оставляют. Но, честно говоря, я все еще здесь... Ну, то есть мы понимаем, да, что вот сейчас Ники Кул, буквально остается минута-две. Он дофармит. Во-первых, он сейчас убивает Эмберспирта, походу, нет? Нет. Они до этого просто такую же связку использовали, Гримстронг. Штормила. Ой-ой-ой-ой-ой, больно-больно Ники Кулу. Надо подсварить, ультимейт используется Гримстронгом. Так вот, Ники Кул просто сейчас дофармит свой БКБ, и фиг ты его остановишь. Сквозь БКБшного контроля нету. Ты играешь с блинкованным Марсом, у которого все просто замечательно, что по левлу, что по голде. И вы вдвоем просто насилуете всех, кого хотите. Если Вивер захочет присоединиться, он присоединяется ей, потому что мне это достаточно безопасно. Вот. Ну вот, и Панга на меди погибает. Ну все, доминейтинг стрик 4-2-3 у него. Две смерти в самом начале и 4 килла подряд. Бессмертный совершенно. Так, ВК до сих пор у него нет ультимейта, и Вивер приходит. Ой, лол. Такой шторм. Шторм летит, чего много маны. Все. Все. Не-не-не, это невозможно играть, реально. Очень сложно. Я вообще не представляю, как тут камбэкать. Единственное, на что я здесь могу рассчитывать, это на то, что у HF вообще нечем заканчивать. То есть им реально будет сложно подниматься на ХГ, и там Эмбер Спирит работает. Эмбер Спирит и Панга могут работать. Ну, типа, да, придется терпеть. Долго терпеть, возможно, если ближайшие там 10-15 минут проиграют. Надо, чтобы HF просто нереально не ошибались для того, чтобы это камбэкнуть пацанам из X3. Тем временем пошел дамаг на Гримстроука. Там у Эмбер Спирита Майл вместе с Орбов Корроужином, ДПС хороший. Подсейва, правда, мало пока. Ну и Шторм залагал, говорят. Будем надеяться, что отлагает быстро. Да, Шаргарад Владимир, говорят в чате, что ушел, и теперь нечего делать. То есть они ничего не могут их встретить. Без Шаргарада очень тяжело, да. Мастере пока неплохо отыгрывает, тем временем минус Гримстрок, но как неплохо, линию он проиграл и теперь пытается камбэк. Так, сложная ситуация. Шамаич в таверну. То же самое касается Стэмэна. Молодец, он все выдал, хотел сказать перед смертью, он до сих пор не погиб, они убили Шторма, убили Клокер, по-моему, здесь... Вообще очень хорошо, да. То, что они остановили темп... Спирит, как жить, как жить? Живет. Тип аут? Нет ТП, ну до свидания, сейчас копье отсыдешится. Ну и трипл килл для Вивера.
Ты все это время мастере. Вот мастере нет. Такая драка, вроде много людей, казалось бы, неподалеку был. Фармил блинкдагер. Даже не подошел на помощь. Ну ладно, пусть фармит. Ну, уже дофармил. Сейчас вот у него как раз будет этот артефакт замечательный. И ВК возьмется Дизоль. И вот момент появления Дизоля на ВК и блинкдагера на Пангальере. Есть шанс, то, что к этому моменту БКБ еще не будет на шторме. И вот это. А, нет, все, БКБ куплено, как ГВП, ребят. Ладно, я, конечно, шучу, но у Вивера очень много. Нереально много. У него скоро будет линка. Вот это последний фраг на него возможный. Упёрся, хорошо. Станчик. Отлично. Дэмэджа не хватило. Не хватило. Просто не хватило. А где Пангольер? А Пангольер правильно. Шекл с первого левела. На миду. Шекл с первого левела. Да, действительно. Смотри, насколько будет. Паук пошел на Эмбер Спирита. Эмбер Спирита связывают дальше. Сейчас еще будет Салос и так далее. Это просто боль. Эмбер никуда не уходит. Катает, никого не задел. А может блинкдагер нажать? Его сейчас тоже примут, шторм пойдет до конца. Да. Уже и Вивер рядом. Есть баф от Shield Thresha, но он слишком слабенький, этот баф. Мастер так, наверное. А он не мог там нормально на самом деле лететь и спасать своего Эмбер Спирита, знаешь почему? Потому что связка прям строка была использована на Эмбер. И он должен был обкатывать типа недалеко. Ну, короче, его законтрили до того, как он даже успел хоть что-то сделать. Обидно, конечно, за него, но, опять же, да, мы понимали, что всех перебанили, хороших героев, и оставался вот Пангольер или какие-то уже совсем странные решения, да, какие-нибудь там, бруды или еще что-то, да, но здесь плохо играл. Да, да, ну, кстати, Тайдетский зашибись нормально был бы. Не скажу то, что прям супер-мега-оптимально, но Вивер они не видели, но в целом против всего остального, ну, какой-то стан дает, дает, минус армор под ВК отлично работает. Под Эмбера, да-да-да. То есть, типа, ты даешь волну там с Аганима, например, Эмбер Спирит прокатывается пистами, и там такой эффективный дэмэдж идет, что закачаешься. Что-то на сфер не добил Анша, пошел в Рошана, говорит, у меня дезолятор, го, надо это, надо реализовывать дизоль. Верно, там сейчас варды шамана поставятся, и Рошан быстро упадет, не убивает. ВЧФ, несмотря на то, что ракетой проверили, они могут попробовать, по пути могут нарваться на Эмбер Спирита. Хотя как нарваться, просто убить его. Надо заблочить хукшот, надо заблочить хукшот, чуваки, господи. Ой, провал, какой провал. Ой-ой-ой-ой-ой. Десятером не забрать Аегис. Они точно знали, что это будет хукшот в них, но надо просто встать со стороны колодца. Ладно. Эмбер Спирит там теперь отрезан, хотя панга неплохо. И двоих, правда, связали, вот эти сейчас и один, и второй пострадает. Клубно погиб. Ну, это был кошмар только что. Спир уже непонятно чем занимается, просто бежит грим, а посмотрим, хватит ли ему урона. Пытается, да, догнал, добил. Арена поставлена, не спир, летай. И... Оооо! Было близко. Панка смотрим, у шторма нет маны. Я о чем хотел сказать, что совсем забыл. А, да, я к тому, что я уверен, что они пытались блочить хукшот от клока. Просто прикол в том, что Клок дал ракету с реки, и они видели, что он на реке, и пытались заблочить со стороны реки. А он сделал ТП на Шрайн, на ванпост. Вот, и с этого ванпоста дал хук, поэтому они не были готовы именно к тому, что он будет хукать с этой точки. Получается 200 IQ Клок. Получается 300 миллионов IQ Клок, мастер просто супер красава, заденаял Аегис у этого ВК несчастного. Сейчас бы было проблема в том, чтобы три раза убить Несфира, но этой проблемы больше нет. Но и мы понимаем то, что пик силы сумасшедшего HF-ов, потому что Линкин Сфера на Вивере, потому что БКБ на Шторме, потому что Блинкдагер на Марсе, плюс почти БКБ на нем. И я не представляю, какой ДПС, откуда его взять для того, чтобы все-таки этих всех чуваков переубивать. Все, что они могут сейчас, в смысле X3, это убивать саппортов. Потому что на Шторма просто нет контроля, на Марса нету ДПСа, на Вивера нету контроля в таком объеме, чтобы он подставился, снял, с него сняли линку, и он потом еще и таймлапс не нажал. Так, Мастери. Плет на него через Блинкдагер, Хекс. Справились, справились, красавцы.
Реинкарнация. Сбили тайминг. Тем временем реинкарнацию выбили из ВК, и, походу, второй раз тоже его убили. Скоростью просто он умирает. Вот он собирается покупать себе блинк. Мне кажется, в такой игре, возможно, имеет смысл передумать и просто купить себе БКБ. Потому что, ну, БКБ он здесь не жилец. Как драться. Опа! Нормально, кстати, убили. А там БКБ есть, пофигу вообще. Пофигу, пофигу на все, связываем все. Стягивает. Да-да-да, через ультимейт Гримстроука, причем маэстро там прыгает, летает на своем рулапе. Дэмэдж от ноги нормала. Красава. Убил? Да, убил. Убил. Теперь бежать надо. Восстанавливает Эмперспирита. Игорь никого не боится. Ну, мы вам обещали овертотал, и, честно говоря, выглядит, как будто он тут будет. Если на 21-й минуте счет 22-16, значит, мясо летит люто. И тем временем... хорош. Да, Гримстроука мы через ход забрали Эмперспирита. Ну вот нет смысла, когда у тебя нет БКБ, дальше, после того, как ты двух коров забрал, страдать фигней и зачем-то лезть на этого вивера. Ну у вас все, не осталось опций на него. Зачем Эмберспирит остается? Разбегитесь просто. Вы и так до этого подрались плюсово для себя. Вы убили шторма этого бешеного, вы стрик там какой-то с него взяли, вы Марса до этого убили снизу. Разбегитесь, 2 в 2 вас устраивает, 6 тысяч оставалось. Это преимущество. Геймбер погиб, вивер фармит. ВК не... Ой. Видал, как близко было. Шот не достал. В общем, можно было избежать этой смерти легко, наверное, на вивере. Ой, на эмбере. Сейчас вивер вместе с командой начинает пушить Т1 на топе. На все драки соглашаются X3. Постоянно готовы отвечать. Неплохо, кстати, заперли. Идеальная позиция для Пангольера. Нельзя дать Марсу нажать свои кнопки. Нельзя дать Марсу, он нажал. Он нажал, шаман погиб, он никого не добрали. Тоже сейчас погибнет. У него нет эскейпа никакого. Надо второй нажимать. Урона столько у вивера. Пауза от грима. А что случилось? Клоу в дисконнекте. Окей, ну да, медленно, наверное, и чефы просто продолжают еще. Вот, как только они получили себе раннюю доминацию, да, они не то чтобы там на линиях уничтожили, но в целом получили хорошие лайны, не считая мида, где у шторма были проблемы. Они просто сноуболят. Они просто сноуболят, и 14 тысяч у вивера, остановить его вообще невозможно. Ты вот говорил, что тебе не очень нравится вивер. Я говорил то, что в целом, да, наверное, такое себе, но... Тот факт, что чувак вышел с полностью выигранной линии, показывает нам то, что все было ок. Ну, здесь у меня, если есть кому-то вопросы, то только к Панга. Мало того, что линию плохо отстоял, так потом ведь поздно начал подключаться. Ультимейт тоже довольно поздно нажал в первый раз. Проигрывает по экономике просто кучу денег. Эмберспирит тоже после шикарного старта наумирал чересчур много. Команда везде на каждый тимфайт соглашается, при том, что у них нет БКБ. А там БКБ уже много. Плюс есть линка на вивере. У вас ну просто нет ресурсов, чтобы все это пробить, а вас убивают очень легко. Я не вижу ВК там. А, он купил себе все-таки блинк. Окей. Ну, теперь БКБ можно купить уже в следующей игре такими темпами. This is going to be good. Oh, did I do that? Главное, чтобы вернулся игрок у нас. Угу. Что там? Ожидание, ожидание. Что там у нас на правильной трансляции? Давайте посмотрим. Там пока. Еще... Коллапс помогает зарабатывать победки, судя по всему. Десики. Там тоже игра на паузе, я вижу. И YNT просто ведут. Ну, тут, да, тут по драфту ПЛ против Медузы. ПЛ раскачан. Также как Медуза. Что там против ПЛ что-то есть? Против ПЛ нет ничего, кроме шторма. В общем, да, там в целом выглядит, как будто бы YNT первый уберут. Тем временем Пугневич. Сладенько в таверну. Она касается грима на размене. Было близко. Могли поймать шторма. Он задолжил. ВК. Так, ну ВК уже проигрывает даже Марсу. Если у вас ВК проигрывает Марсу, значит что-то вы делаете не так. Посмотрим, насколько их хватит в защите, на хайграунде. Просто можно развить преимущество до такой степени, что до осады базы просто дойдет.
1025 будут вести, где-нибудь в чистом поле Extreme Fight проиграют и сдадутся. На БК под смоком у нас Велхиор идет вместе с Мастери, попытается что-то сделать. Кого-то зацепить. Вивера, правда, уже в любом случае не получится, там еще и БКБ на Вивере будет. Ну, это вообще тотальная грязь. Это невозможно будет убить. Очень не хватает контроля через БКБ. Ну не знаю, какого-то бейна, да, несчастного. Вместо пугны, например. Ну, типа того, да. Клокерк, конечно, идеально здесь зашел. Вот за выбор клокерка респект команде HF. Да, да, но это еще и герой, и мастеровский. Я не раз видел. Так, ну что, смог, может быть, нажать какой-нибудь этих чефов, задушить до конца уже. Рошана, правда, пока еще нету долгое время. Не заспавнится. БКБшка появляется на имбероиде. По факту их с третьим типа выгодно играть пассивно, потому что они явно сейчас не могут выигрывать драки. Но вопрос-то в том, что игра идет в такую сторону, где они в лейте тоже не особо будут супер-мега сильные. Там, может быть, в ультра-лейте где-нибудь, опять же, вполне вероятно, но в целом мы понимаем то, что сейчас безвыходная совершенно позиция находится X3, и ожидают ошибки от противника просто, что где-то кто-то загуляет, тогда будет шанс. Но... Они где-то гуляют, уже не в первый раз СМН подставляется. Фейс он тоже, конечно, какой-то создает, но ВК ведь обнаружится сейчас. Да, все, таверня. Дважды его будут убивать. Сейчас надо просто клокверку попасть. А чё? И... Они решили забить, да? Интересно. А там шаман снизу ставит варды, тоже любопытный мув. Ну, раз тогда максимально на растягивание времени играет. Его спалили. Арена. До свидания. Клокверк очень. По БКБ фармить надо, хватает, нападут два раза, вообще не проблема у Кинга, он вообще урон удар не держит. Ну здесь контратака от Пангольера, хотя бы что-то, но сразу же связка очевидна, и Пангов законтрен. Почему выходит ВК фармить вот так в центр, не видя вообще ничего на карте? Ну он видит то, что Марс на боссе, типа, и все. Ну и ладно, ну и нормально. Марс здесь и не участвовал. Чел, тут тильт. Да, но он уже произошел достаточно давно, я думаю. И пацаны из X3, они как бы, ну, не глупые люди, они прекрасно понимают то, что они проиграли эту карту. Что им нечем контрить фивер нормально, из-за того, что они совершенно не успевают за ним по нетворсу. И они не успевают вообще за всей этой игрой. И у них слишком поздно все появилось. И они уже не пьют силы свои. Особенно после Динай плаком Айгиса, да. То есть в этой игре пошло все совсем плохо. Да, это важный момент был. Суперспирит сейчас в одиночку не сможет никак задефать. Лордов и шамана нет, хотя бы просто отвлечь на внимание. И линия просто падает. Да, легко пушить, когда соперника нет в защите. Зашли, сломали. Сейчас Рошан появился, заберут себя Еги, Шард. И могут, наверное, идти заканчивать. Какое-то чудо нужно здесь, X3. Или Марса, хоть его-то осилили. Ну, кстати, позволит там, не знаю, минуту вот эту выиграть, но без Марса, наверное, Рошан не пойдут, хотя Марс выкупиться может, но вряд ли он захочет. Ну, подождем 50 секунд. В целом, X3 все равно не могут контестить Рошу. Реинкарнации еще нету на сфере, поэтому он никуда лезть не хочет. Ульты Пангольера у мастера нету. Так что такое себе. Хекс на шторме. Хекс у шторма, ничего себе. Ну да, много. Эмбер Спирит может и не успеть нажать на КБ. Это, мне кажется, мух кайф было бы собрать Аганим намного больше, просто потому что тут у тебя Гримстроук, там типа нереальное количество связок, вот это все, типа. Ну и вообще по фанове выглядит, да.
Хекс так хекс. Очевидно, надо просто в анбарге это вырубать. Самое главное, это выбивать шамана, очевидно. Ну и желательно Эмбера тоже. Dire's middle tower is under attack. Смог нажимает от ИЧФов. ВК себе БКБ несет? Несет. Потому что сейчас будет заход на Рошана, предварительно, наверное, ганг мастере. Мастере, мастере, мастере. Спалился. Свидание, может, возможно. Да, Хекс, нет. Мастере пришлось зарулапиться и ультимейта нажать еще, кроме этого. Это вообще супер печаль. Придется, ультимейта... значит, отдавать Рошана. Да, 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 да. Ну, я не думаю, что они, на самом деле, планировали прям жестко вот так вот его контестить. Стоп, мне правильно сейчас показалось, они из Рошана нейтралку выбили? Увидел я. Ну, я увидел, и, ну, вроде не показалось, они реально из Рошана нейтралку выбили. Ты знал, что так можно? Нет, там параллельно никого в лесу не было в этот момент. А, не, наверное, они просто перекладывали, ладно, все. Было бы забавно. Ну, я просто ни разу не видел, но, по-моему, нейтральный это, типа... крип. Ну, он не большой, нейтральный, да? Крип вроде. У него вроде какой-то другой там статус. В целом, все равно, ладно, ну, как бы... Я думаю, да, ладно, перекладывали, скорее всего, шматье какое-нибудь. Потому что просто стакалось, видимо, пугна выбила сама себе квивер. Да, да. Она там не была в рашпите, очевидно, потому что она была из X3. Ладно, будем верить, что я где-то обознался. Вивер тем временем за 2000 минут Ворса, Дейдалус добирается, и Ресса заканчивает эту игру совсем-совсем скоро. На боте на сфер сплитит. Ну правильно делают, там шаман на топе заставил стянуть кого-то, и варды свой потратил снизу, теперь вышка упадет уже точно. Или нет, стоп, Глиев. Ну, СМН должен оставаться, бласт. Нельзя, нельзя вставлять тауэр. Radiant's top tower is under attack. Это у нас панга вот так, да, ультимейт убрать просто. Кстати, они могут убить шторма, они убили шторма, 75 секунд таверне. Там Клокверк залетел. Спирит нажимает БКБ, Клока держит Сенринг, и с Клоком тоже справится. Очень плохой заход на хайграунд получился, отвратительный, я бы сказал. Да, но сейчас Рецу покажут, где раки зимуют, понятное дело. Здесь хотя бы кто-нибудь, если останется здесь. Нет, Хекс пошел на Вивера. Держим. Держат. Там на вторую жизнь БКБ у него есть. Вторую жизнь БКБ и контроля здесь не хватит. Шамана все должен быть КД. Он пойдет, просто убьет этого шамана. Хотя Пугна защищает как может, блин, прикольный гад. Да? Они отбились, они убили троих, отбились и выбили Аегис. Было шикарно. Крутая защита. Жалко, что это создаст ситуацию, в которой мы будем ждать следующего захода на раш, в смысле на хайграунд, еще 10 минут. Вот. Да. Но те, кто успел там, так сказать, по тоталу угореть, то все вообще по кайфу, да, потому что уже 52 кила, тем временем найти нарвал. Попытка убить класса Хоута. Ну и в целом есть такое правило, да, не забиваешь ты, забивают тебе, и мы видим то, что X3 сейчас наутали нереальное количество экспы, самое главное, ты посмотри, 2900 для Ember Spirit, 2900, чел, он 24-й левел, 20-й левел у шторма, который доминировал эту катку, и Ember Spirit сейчас имеет 24-й левел, Карл. У него нереально все круто. Обогнал Вивера по XP, да? Да, да. А, нет. Не, у Вивера точно то же самое все. Да, немножко больше. Но в целом, короче, для Ember Spirit это дичайший подарок. И мы понимаем то, что он скоро долетит до 25-го. На 25-м у него будет дабл фистинг. И дабл фистинг это сильно. Ну, вроде как дабл фистинг туда берут. Не рестор тайм ремонт. Да, мне кажется, нет смысла от ремонтов. Ну, типа... Когда у тебя аганим есть, у тебя их так много. Ну да, да, я к тому, что вдруг ты их там тратишь все, потом у тебя быстро весь они регенится. Ну, фисты, очевидно, сильнее, вроде. А, тем временем, смог, и от одной, и от другой команды. Возможно, это катка, чедрака за игру сейчас начинается у нас. Подставляется виверочек. Байт на него сейчас будет. Ну, непонятно, как тут выигрывать вот в чистом поле. С хайграунда было понятнее намного. Особенно учитывая, что Вилхиор в таверне байбекается, конечно же, он сразу же. Тем временем Гримстроука убили, саппорта второго убили, два байбека, четыре,
Три байбека, да, всего в этой драке. Коры не умирают, но Спир погибает первый раз. Нажимать БКБ ТП, если он сможет. Конечно, там копье готовится, а БКБ... Не, он не сможет ТП сделать, его убьют. Дэмэджа слишком много, там доедалось на ее. Ну да, в чистом поле очевидно совершенно, что Эчефа сильнее. Вопрос, да, опять, зачем в чистом поле? У вас все так шикарно в защите. Там коряво приходится как-то Эчеф заходить, шторм вечно залетает вперед, подставляется. Вы пошли туда, где вам неудобно драться, где ваши саппорты — это просто корм даже для Клокверка, не говоря уже Сторма и Вивера. И вот сейчас игра, которую они уже практически спасли, снова может идти в руки. Ну, они не спасли ее, будем честны. Они скорее продлили мучение, но они могут, конечно же, все еще это камбэкнуть, потому что противник все еще может ошибаться. Потому что предыдущий, да, вот заход на ХГ, это именно то, что Эчефы ошибались. Не то, что их третий гений, которые нажали кнопки лучше всех на планете Земля. Они сделали все, что от них требовалось в ситуации, где противник ошибся. И они сделали это хорошо. Вопросов ноль. Но... каков шанс того, что Эчефы снова ошибутся таким же образом? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Сейчас отличная драка получилась у них. Глейфнер доваривает себе виверочек. Дэмэджа у него очень много будет. И уже имеется. И, как мы видим, вивера-то очень сложно убить. Все это время держать, да, в контроле. И еще ДПС выдавать реально крайне не сладко. Особенно учитывая то, что Нэти нарвал и его второй кор пытаются убить сначала саппортов. Они в этом вопросе полностью правы, но пока не убивают саппортов, Вивер убивает их. Кирасу очень сильно хочется на ВК, да, вот как раз я об этом подумал. Чел уже начал собирать с Хайперстоуна, потому что нужен армор хоть какой-то. ХП много, две жизни, да, вроде как 4500 у тебя получается надо пробивать. Но пробиваются они очень легко, за счет того, что у тебя нет армора никакого. Мужики, да и Даллас, все, ты не живешь. Даже в БКБ просто был пропит там за доли секунды. Блин, так грустно играть теперь на клоке. У него так много классных шмоток, на самом деле, на героя, да? Тот же самый джетпак на шарде, аганим прикольный. Вот, ну нет, теперь, извините меня, надо собирать вейфпак. Всегда. Его не бывает. Тем временем влет. Пугнул. Под БКБ. Пугнав таверну, у него байбека, напомню, нету. ВК убивает первый раз, ВК сейчас убьет второй раз, или нет? Опа, ДПС нормальный пошел по виверочку, виверочек Вивера бежит, убили. Умирает! Последними тычками там влетает дэмэдж от Шамайча. Там Эмбер забрали, Вивер вернулся после байбека, таймлапс и... возможно, ВК придет. Надо ВК байбекаться, надо байбекаться всей командой. Надо байбекаться всей командой, пацаны, байбекаются. Вивера можно убить, если бая. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! 125 секунд до верни, что происходит вообще? Минус еще и на топе, на 7 минус Марс. Ну ладно, у Марса хотя бы байбек есть. Байбек нажимал Шторм Спирит, но ему не получилось войти в эту драку. Что за фестиваль этого фида дичайшего совершенно от Эчефов? Они, конечно, молодцы, они выбили реально 4 байбека, 0 вопросов, наверное, 3, да, 3 байбека они выбили, потому что погнали просто не было. Но тот факт, что Вивер решил вернуться, это красивый мув всегда, да, мы знаем то, что он рабочий, потому что когда у Виверочка есть таймлапс, он его не использовал, он может байбекнуться и вернуться сразу в драку. Но проблема в том, что Шторм Спирит этой опции не имеет, а ванпост на боте не взят. Если был бы аванпост на боте, возможно, Шторм бы успел бы вернуться в тот момент, когда Вивер вернулся. Но у них был полный дисинхрон, они не смогли ничего вместе сделать, потому что были в разных местах, да, казалось бы. Ну и на Спир тем временем, конечно же, идет пушить. Надо выбивать мидл бараки, иначе ты зазря эту всю драку провел, с такое количество байбеков потратил. 24-й спойный левел от Несфира. Ну и Эчефы, конечно, пока поражают воображение своим фидом и возможным камбэком для X3. Они дождались ошибки противника. Тем временем у ВК имеется вторая жизнь, поэтому все равно стоит тангует. Эмбер Спирит с тремя зарядами ремнантов пока что, не с пятью. Ставится пак. Причем пак с одной стороны и пак с другой стороны. Два пакта просто стоят. Раста варды на ботом. Пошел Штормила, пытается убить кого-то. Кого он пытается убить? Этого, шамана. Ну, шаман подставился, получается. Надо было сразу блинкаут делать, мне кажется, после раста вардов. Но, ладно. Там сейчас интересная ситуация, потому что Вивер появится, шамана не будет и Рошан заспавнится. Да, с Рошаном повезло еще, кстати.
Реально. Там скорее не повезло X3, которые в отсутствии вивера могли бы там одну линию добить, например, центр, и пойти просто забрать Ашана. Если там секунд 20 прокнуло. Ё-моё, Муншард купил себе ВК вместо салки расы. Понял. Он, ну, он просто понял, что, видимо, ДПС ему не хватит за контроль на вивера, если он сделает кирасу. Поэтому решил, что муншард интереснее выглядит. Ну, либо это был какой-то, знаешь, этот бай на то, чтобы запушить. Форматы, чуваки, я купил муншард, идем пушить бараки. И у них получилось снести по факту два сета, но на боте остался милишный, и это супер важно. Тем временем заход на Рошана сейчас будет исполнен от ичефов, и, точнее, ичефами. И тут рефрешер шарп находится у нас на прироше в этот раз. Это на шторме, если почти-то смотрится. У Марса свой рефрешер есть. Хрен будет достаточно. Слушай, там коллапса камбэкует, походу. Я вижу, да. Чего? Я не смотрю полностью игру, но вижу, что-то по экономике происходит. Какая-то грязь. Да тут цел, дорогие друзья, это он. Это вот, вот такие вот у нас битвы там тут происходят, явно веселые, при этом всем сами видите, еще и довольно кровавые, 29 на 39. А, катка идет. Жестко, жестко. Ну, ждем очередной заход на ХГ. Тут просто без Аегиса будет практически невозможно. С Аегисом в отсутствии у Эмбера и ВК байбеков надо пробовать. Для этого есть 4 минуты. Более чем достаточно. Ну да. Не, у Шторма с двойным БКБ и двойным фуксом, конечно, все шансы на то, чтобы закрыть эту карту в свою пользу. Но мы уже видели, как пацаны нажимают кнопки. И понимаем то, что потенциал, конечно, все еще имеется для того, чтобы закинуть еще глубже эту игру. Даже с Аегисом от Рецу, даже с рефрешером от Шторм Спирита и сыром на Марсе. Ой, Эмбер Спирит, кукшот летит. Розенька. И рефрешер готов на Эмбер Спирите. Это очень серьезный звоночек. Эмбер способен здесь засолку устроить. Нейти, да, в принципе, очень круто отыгрывает, да, на протяжении всего турнира. Так еще и сейчас будет ресурса для того, чтобы камбэкать эту карту. Какой линии пойдут? Ну, снизу, наверное, это 2 доломают. Я смотрю на байбеки. 2,5 минуты. Главное там, чтобы денег хватало ВК и Эмбер Спириту. Эмбер Спириту, очевидно, не хватит после покупки рефрешера. Еще 2000 надо нафармить. Все зависит от того, как сыграет Эмбер. Ошибется где-то, я не знаю, БКБ забудет нажать. Подставится, контроль получит, текст получит, игра закончится. Возможно, по такой игре где-то необходимо купить, я не знаю, какой-нибудь аэндиск, как это Шторм сделал. Угу. Ну, я, честно говоря, не знаю, что они тут тормозят, но наконец-таки заходит на хайграунд. Ждем очередного фровинга, либо гениального исполнения от одной или другой команды. Хексу Панга, Шамаич. Вард поставил маэстро на хайграунд, который дает вот этот вот касательный вижен, я не знаю, угловой вижен. Несфир снимает вард. Все, сидим дальше, что ли? Очень страшно ичефам, очень страшно. Я их понимаю прекрасно. Мне тоже было страшно. То можно все-таки эту игру проиграть. Кстати, пока... Опа, знаете, поставил себе ремнантов налево-направо. Гем тем временем появляется в руках Плака. Ну, не в руках пока еще, только в таверне, но... Так.
Все стоим, что ждем, господа. А, ждем байбеки, я понял. Так байбеки с другой стороны появятся. Но можно это, кстати, дождаться, правда, когда закончится Аеги. То есть Аеги закончится, байбек как раз появится у вивера. Тем день хватает. По-моему. Ну, все, они отступили, да. Они все поняли. Довольно напряженная карта получается. Угу. После пары дней на калиточной, как вчера мы с тобой смотрели. Не, ну вчера у нас... Ну, слушай, ты просто не попадал со мной с форсом на катку как раз-таки Шаргарата. Ну, в смысле, X3. Нет, не попадался. Вот, это просто жесть, что происходило там. То есть эта катка 65 минут нереального, совершенно неадекватного мочилова. 72, да? 70, или 72, может. Ну, короче, да, где в общем, в трон пошли. Ворота были мастерит, но 25-м ладе вкатывается прямиком в вивера. Вивер успевает нажать БКБ, Марс умирает на Вену, у Марса нет байбека. Тем временем посмотрим, что случится с Вилхиором. Вилхиор все-таки не доживает здесь, на него байбек есть, он может его нажать. Вивер тем временем таверну. И Ники Кул! До свидания. Ливаем. Так легко они вообще приняли эту драку, так легко они убили Марса. Вот он Марс, да, сыр, БКБ, рефрешер, все кнопки. Смотрим на Fight Recap, у Марса ноль нажатий чего-либо, ты посмотри. Ноль, его просто не выпустили из контроля. Ну, респект Вильхиору в очередной раз. Ну, респект Пангалеру, я бы сказал, в этот раз Мастер идеально сыграл. То есть он дал всю инфу, влетел самый первый и влетел супер удачно. Я не знаю, откуда у них был вижен. Честно говоря, или он вообще в пустоту влетал, но, конечно, очень-очень много он выдал здесь. Что касается вивера, 2000 дэмэджа для героя, у которого миллион денег, это, конечно, печаль. У него все 6 слотов сейчас есть, и 2 из них только на сейв, 3 из них на ДПС, и он не внес вообще ничего, никакого импакта. Клок тоже не смог раскрыться, ему даже ультимейт не дали нажать, ну и, соответственно, по Марсу мы уже все видим. У Марса есть байбек теперь. Опять же, да, все откатилось. Наконец-таки, 7 минут эти прошли. Лица у героя, у которого нет байбека, это Клок, который его только что нажимал. Минус байбек на Марсе. И заход по топу у нас будет идти на Сфирс. Носить, кстати, они могут мега-крипов здесь сделать. Успеть это сделать до появления шторма более чем. Поэтому шторму надо байбекаться, он прекрасно это понимает. И выбить байбек из вивера не получается. В общем, игра, знаете ли, выходит на ту самую прямую, которая еще может быть на 1000 миллиардов лет. Да не уверен, потому что байбеки есть у одних все 5, а у других осталось их только 2. И сейчас любая смерть героя без байбека, и у вас будет численное преимущество в любом случае, потому что вы можете выкупиться, быстро вернуться на аванпост и пойти закончить. Смог от клока. Главное просто X3 не тянуть 7 минут, вот все. Если они будут тянуть еще 7 минут, когда байбеки откатятся, тогда да. Тогда неприятно, да. HF потянули, вот у них был Аегис, они пошли без Аегиса, подставили. Да, конечно, дикая ранжа, кстати, на прожарке у Ремнанта. Так, ладно, Марс нажал БКБ, он сейчас никого не зацепит, просто, ну, хоть куда-то Ремнант поставит. Зацепит. Пангалер пришел специально к нему. Дальше Хекса вторую он не поставит, или поставит. Поставит. БКБ. Поставить. Сыр нажал. Поставил, красава. И Мастери, походу, в таверну отправится вместе с Шадоу Шамающим. Ну, я говорю, это бесконечная игра. Но они сейчас выкупятся просто и пойдут поубивают их. Нам нету шторм без байбека. И дальше Марс без байбека, которого тоже не отпустят. Хекс, а вот Шаман выкупился, начал создавать контроль. А не, еще не начал, он далеко. Ладно, прибежит. Кто там с Хексом? А, Манга. Манга с Хексом. Вот как раз три героя без байбека в один. Топ-3 аниме камбэков, что я могу сказать. Красиво. С рефрешером, но тут, наверное, сейчас сдадутся, потому что ситуация 5-2. И это будет победа команды X3 на первой карте. Волевая победа, хорошая победа. Не хватило опыта, знаешь, в завершающей стадии. Такое часто бывает, когда вы вроде ведете, у вас все хорошо, вы понимаете, как выиграть линии, вы понимаете, как выигрывать тимфайты там первые 30 минут, а как заканчивать, вы не понимаете. Ну, так хорошо, как соперник. Я думаю, да, так-то по факту просто вот та самая ошибка с вивером, где он байбекнулся и прилетел на таймлапсе и помер второй раз. И я думаю, она полностью вывела из себя вообще X3, да, типа они просто не смогли из этого
камбэкнуть морально, как минимум. Они просто не поняли, что произошло. ГГ тем временем пишется и чепами. Круто, круто, конечно. Игру было сложно залить, но они это сделали. А X3 молодцы, что дождались ошибки противника, отыграли от нее на все 100%. Просто красавчики. Мое уважение, короче, этим молодым людям. То, что нужно для хорошего начала дня на D2CL. Отправимся сейчас на паузу в ожидании второй катки.